И всем привет, ребят! Вы на канале Гоми Геймс, и сегодня мы будем играть в Бравл Старс на моем основном аккаунте. Это уже вторая серия. Надеюсь, вы смотрели первую, если нет, посмотрите. И сегодня мы... Из 200 хп просто взял и убил им. Ультой. Хотя даже я думаю, я один ударчик нанесу. А не тысячу, а не два. Хочу на шоссе любого пассивка. Интересно, какая, я не заметил. Хотя, если вы заметили, напишите. Басиста, Шелли, это была там контузия или аптечка, или как там она называется, я уже не помню, как там она называется, сейчас посмотрим. Так, не у тебя, а у Фелли. Шелли, контузия и аптечка, да. Ладно, давайте продолжим играть. Пока мы займемся основой, пока мы ее не пойдем, мы не откроем всех бойцов, я ее не закончу, а потом уже аккаунт без доната заново начнем. Давай, бибуха. Биба. Да я нашу бибу убили. Хотя я мог забить гол, просто не успел. Сейчас нам гол забьют, никто не успеет возродиться. Ну ты, Рика, тупой. Взял автогол. Если бы он напулял просто, то... Ну какая тут польза была бы? Пи-пи-пи. В забор.
Он очень умеет. Да, ребят. Вы бы знали мою реакцию на выпадение хотя бы Макса. На 2-1 удочки. Я уже на любого бравлю, а я не знаю, какая у меня будет реакция. Если он ты остался, он мне не попадается. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Начинаю схватить. Бум-бум-бум-бум-бум. Тупорылый Пока. Мяч откинул, хрен знает куда. Отфу. Держи. Это моё, спасибо. Спасибо, Пока, что там стоял. Поэтому я про автоатачу на атаку. Я просто нажал на ульту, и она поехала к Пока. Убить его. Быстрее. Пишите, еще какой у вас там любимый ютубер или игра. Ну просто интересно. Здорово, здорово, Таким паровозиком идем. У нас беды всегда, а сейчас это не будет. Да, ну, конечно. Блин, почти уже. Просто мне еще не сюда идет. О, боже, куда ты идешь, дура? Ну, как я сейчас убью. Да, я угадал. Я убью, я убью. Блин, надо было посмотреть на шею, у меня шульта была должна. Бибуха, помоги мне. Бум-бум-бум. Воробушек, давай. Нет, воробей тупой, зачем ты утонул? Хотя я сам просил его об этом. Дай мне удар, это еще. Бью нафиг! Ну, как-то там... Лучше ли сейчас не надо нервно, блин. Ну, блин, идите, кто не атаковал, а она иди. Ничего себе, прокатился, ребят. Ну, нет, а вы его? Видно? Да. Помнишь, кого его убили? У него мало хп. Его убили. Хотел утонуть красивенько. У меня полетел снаряд. Всё. А я... Ну ладно. Ну, с чем не бывает, в принципе. Я очень много кубков сегодня слил. Я играл с многими. Ну так, прокачать им скилл. Тихо. Вот и сейчас нас спали. Это не думают, типа... Хатфу! Да, вот это. Ничего себе, мы крутые. А мы такие крутые. Вас у всех убили. Ну что я говорю? Блин. Какой раз я уже говорю вот это слово? Что я говорю? Какой раз? Сотый, наверное.
Мимо. Нет! Нау, 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 нау! Опа! Вот эти. Хилку. Конечно, хилку надо на воротах поставить, она нам поможет. Она мячи умеет ловить. Здоровчик! Она, наверное, хотела меня откинуть новый. Я утонула. Опа, ребят, вы видели? Хотя меня сейчас, наверное, Дина убьет. Да нет, ладно. Пэмка, беги. Ух, Пэмка бежала. Да-да-да-да-да-да. Ребят, вы видели? Если бы я там не стоял, он бы гон не забил. Нам на этих секундах сейчас забьют гол, это будет мега Спасибо, Мортис. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Мы сегодня так подняли сколько кубков? 6 кубков. Ну, это мало, я понимаю. Но это хоть что-то. Ребят, вы находились на моем канале Roma Games. Мы играли в Brawl Stars, Brawl Ball. И всем пока. И до скорой встречи.